Я иду на выборы. Я иду для того, чтобы всегда. Я иду на фронт, чтобы победить. Я иду на выборы точно так же. Это еще один фронт. Для того, чтобы тоже победить. Для того, чтобы мы могли в кратчайший срок все-таки объединить патриотически настроенных, честных, чистых народных депутатов, чтобы у нас была возможность противостоять всему тому злу, которое сейчас разрушает нашу с вами Украину. Почему по 183-му округу? Потому что округов на самом деле было 7. Я в Херсоне работал. Я в Херсоне знаю проблематику, и я не имею морального права дать возможность еще одному коррупционеру дорваться до корыта, которому они рвутся. Я знаю о том, что по 183-му округу идет бывший губернатор Путилов, против которого была направлена моя деятельность, так как я его считаю на сегодняшний день человеком, который развалил фактически Херсонскую область. И сегодня этот уже бывший государственный служащий, для того, чтобы уйти от ответственности, опять же хочет спрятаться за депутатским мандатом. Моя позиция, я выступаю против денег. Против денег, против коррупции, которые они есть. И если ему кажется сегодня, что он уже купил избирательные комиссии и имеет административный ресурс для того, чтобы спрятаться за мандатом народного депутата, то вот я вам точно говорю, у него это не получится. Поэтому это будет противостояние воли против денег. И поверьте, я знаю, что мы победим. Все.